Обслуживание «Москвич» за минувший год внедрило какие-то новые формы обслуживания? Да, за прошедший год мы внедрили такую услугу, как тонированные стекла, которая пользуется популярностью, большой популярностью у жителей нашего города, владельцев автомобилей и просто жителей города, которые желают затонировать стекла, как на лоджиях, ну, любые виды стекла. Не будет ли у вас налажена продажа автомобилей через вашу станцию? Значит, продажа автомобилей мы занимаемся в данный период. Продали на данный момент мы уже 160 автомобилей. Автомобили М2141, выпуска Московского автомобильного завода, новая модель автомобиля. На данный момент мы продали, как я сказал, 160 автомобилей, и планируется еще поставки автомобилей. Вы продаете как за наличный, так и безналичный расчет? Да, мы практикуем и то, и другой вид оплаты, но предпочитаем наличный расчет. Продажу за валюту? Продажу за валюту мы пока не практикуем. Ориентировочно цены какие на автомобиль сейчас? Значит, последняя цена за наличный расчет была 300 тысяч. Безналичный? Безналичный, ну, в зависимости от того, какое предприятие. Мы за 300 тысяч, за 320, 350, то есть это мы практикуем в связи с тем, что предприятие оказывает нам кое-какие услуги. Не возникли ли у вас какие-либо сложности со снабжением запасными частями в связи с лицензированием вывоза запасных частей из Республик Бывшего Союза? Ну, с лицензированием у нас проблем больших нет. В общем-то, мы запчасти получаем непосредственно с завода, АЗЛК. Так как мы ведем сервисную подготовку автомобилей, мы ведем гарантию этих автомобилей, поэтому нам непосредственно завод эти запчасти все выделяет, и в связи с этим у нас больших проблем нет. Но проблема возникает тогда, когда мы запчасти эти покупаем в других организациях, то есть на стороне, минуя завод. Сами, если мы составляем договора, заключаем с каким-то другим предприятием, изготовителем, тогда мы получаем эти запчасти, тогда возникает проблема.